Запускаешь трансляцию, да? Да, смотри. И чё ты, блядь, мне не включаешь ничего. Кто-то офлайн. Сейчас. Трансляция вот-вот начнется, пишет мне. Ага. Сейчас, вот-вот. Вот-вот, сейчас. Вот, поищите ответы здесь. Вот. Вот, что-то офлайн все равно, нихуя, давлю на плей, ничего не происходит. Сейчас. Ладно, посмотрю пока. Вот, включилось. На Твиче. На Ютубе. Вот, включилось на это. Плей. На Ютубе включилось уже. О, блядь, у меня окно открыто сейчас. Плей. Алло. Заходишь, Саня, на страницу? А здесь на аватарке дай с тёлкой. А где Саня? А, вот Саня. Тогда наш Нолер сработает? Да. Сейчас. На Ютубе работает все, Боря. На Твиче не запускается моя трансляция. Хоть убей. Боюсь, что это за хуйня. Алло. Что за хуйня? Плей, ну. Чё она мне? Твичу коннектин написано. Ну, коннектин это подключается только. Ну да. Сервис unavailable. Сервис unavailable. А вот сейчас. Сейчас скажу, но все долго. О, что появилось? 0 рублей, 0% на покушать. Наконец-то. То есть, блядь, все, что я до этого тебе донатил, это все зазря, да? А вон там вверху топ-донатер есть. Видишь? Сейчас. Жопа Венге 10 рублей. Вау. Павленти 9 рублей. За все время. Павленти вообще не палятся. Есть предложение начать. А все здесь? А, точно. Да. Паша, сука, поменял раскладку. У меня раскладку пока и начнем. В принципе, я потом посмотрю, как это передвинуть на более удобные места. Ну, я тебе уже скажу, надо его куда-то или пониже, или повыше поставить. Да, повыше, да. Потому что это не вариант. А Коля здесь? Да. Коля, так что ты там с Денисом говорил? Ну, золото год. Во сколько? Ну, во сколько хотите. Во сколько мы хотим, Боря? Что хотим? Теннис. Да, я не знаю. О, я завтра много чего хочу успеть. Блять, ну, дай подумать. Хуй его, короче, после обеда, не раньше. Когда именно? Короче, в половину третьего мы тебе позвоним. Хорошо.
Чтобы он переставил раскладку. Да. Тут же ничего не менял, сука. Раскладка меняется полностью, похоже. Настройки именно игры он не менял. Быстрая атака, умная атака. Спасибо, я понял. Артём, что это было? Ты носом хрустнул или посмеялся? Нет. Ребят, мне надо сыграть на Марсе и добить 125 клипов. А желательно вообще 300. Можем запускать? Сейчас тут готов. Я да, запускать можно, в принципе. Коля. Подожди здесь. Евгес. Я тут. Он сдох. Боря, я вот так вот поменял, типа, чтобы он посередине было. А, так ты остановил трансляцию, да? Не. Что у тебя за квест, Коля? За 25 клипов убить. Подожди. Что? Добить 125 клипов. У меня тоже самый квест. Ты говорил, у тебя морфинг 500. Я говорю, у меня 125 клипов. Морфлинг и недельный квест 500 клипов. А. Все сходится. Можно все выполнить почти за один раз. Поэтому, Коля, можно я покерирую? Давай, давай. Когда я сейчас буду на расте? Благодарю. Что будешь делать? На расте. Да, до 40-й. Вот как же эту херню делаешь, что типа картинку передвигают, ёб твою мать. Почему я так не умею? Ёб твою мать. Бля, какой. Так, текст, индикатор процесса. Может его муж, сделать? А можешь что сюда, бля, какой? Поменьше. Вот! Наконец-то, Боря! Я настал. Да блин. Нет, стой. Сейчас. Вот, все, идеально. Идеально. Просто муа. Я обожаю это. Просто муа. Просто муа. И ты теперь стримишь на двух сервисах сразу? Да. Красавчик. И еще даже с этими, с картиночками вот этими. Я, короче, Артем, смотри. Если ты когда-нибудь станешь популярным стримером, то я требую процента, блядь, за всю эту хуйню. Если когда я не документально, я тебе чисто как это. По-человечески, не по-человечески, короче, ты мне торчишь. Эта запись будет свидетельствованием. Ага, ты ее удалишь. Боря, за кого ты меня прогреваешь? Я даже на компьютер записываю. Так, теперь что я хотел? Сейчас у него все сгорит, нахуй. Все-таки надо изменить, на покушать надо сделать что-то другое, блядь. Или на мышку, или на хуй, даже не знаю. 100 рублей на покушать для начала будет нормально. Напиши, хочу снять шлюху. Так напиши 100 рублей. Да-да-да, я только хотел предложить. А, там же есть вон сабгол, там типа от 0 до 100. Действительно. Но это не так очевидно. И немного коряво, потому что половина сотни и половина нуля не видны. Евгес. Тогда сделаем так.
Ау. Напиши, хочу снять шлюху. Нормально, люди тебя поймут. Тогда на настройки. Блять, не там. Блин, меня голова, блин. А чё оно так? А, пусть будет 110. Вот, всё. Вот так вот будет нормально. Так. Значит, пока стрим не завис. Посмотрим. А игра не нашлась, да? То я принял. Все, вот, отлично. Я счастлив. На пожри, голодный, блядь. Спасибо, жопа Венги, за 2 рубля. О, и оно обновилось. Шикарно. И Google, ой, фу, Google, этот, и говорил, как говорит. Я просто сейчас заплачу от радости. Артём, нахи еще петь? Не, у меня специально не получается. Все, осталось только в доту выиграть, все будет хорошо. Петь, а не шипеть. А? Петь, а не шипеть. Петь? Что там что-то? Не, там это ж, у меня на звуке доната I wanna rock. А, вот сейчас как раз таки и проверим, меня забанят за это или нет. Да пожри, голодный, блядь. Процента есть. Так, ну помогите школьнику по будет стрим, не знаю, что это. Один просмотр. Я сейчас не могу. Слышишь, Боря, можешь скинуть в этот? Да. В Киев, Киев или в Луганск, Луганск. Сейчас не надо, посреди игры скинешь. Ну, посмотрим, как игра будет идти, короче, как будем побеждать, тогда скинем. Так, я тогда скопирую сразу заранее лучше ссылочку, чтобы потом не искать. Бука, ну хули, это Google Chrome такой ебанутый, или это мне только так везет с моим интернетом? Что не так, блядь, почему зависает именно стрим? Так, я скину тогда ссылку YouTube. Пиздец. YouTube, нет, Twitch, это шо, Twitch люди не умеют. YouTube это для элиты будет. Кстати, я сейчас, наверное, открою на YouTube. Пудж Dragon Knight. У меня виноманцы, герой, понятно. А мне стакать. Так, через шо убить? Стакать? Три его. Да. Так это ты замечательно придумал, мне квест как раз. Так, я думаю, 6 стаков мы успеем сделать за игру. О! Во! Это вообще идеально будет, Ланая, это будет топчик. Да, пальцы рыдыком драгонформе наваливают эти. Ланая будет топчик, да. Для квеста, я имел в виду. Почему митеров так мало? Там US на International. На тренте поиграть, а? Грибы посажают. Что-то боеспособные, пацаны. Я боеспособный. Ладно, я вина тогда. Да ёб твою мать. О, Баратрум, хороший пацан. Ух, мне 5 харду. Ух, Жень, ух. Почему YouTube не виснет? YouTube сейчас сразу заебись. Потому что YouTube классный. Он тимах нужен. Я не буду. YouTubeчик классный, а Twitch нет. Что за речь? Думаешь, Морфинг не убьет рейтинга? А, нет. Что за лайк? Так, Вард, кому? Хардлайнер, кто? Сейчас я буду, если я... Кто отвалился?
Я, скорее всего. Нет? Ой, я забыл, что у меня свет такой кошелек. Вот ему качество брать, если не ошибаюсь. Ледяной этот, Атера? Короче, Артём, на ютубе я тебе буду 240 смотреть, чтобы трафик не жрало сильно. А на Твиче нормально. У меня тупо... О. Разве что? Не, они, конечно, боеспособнее, сука. Я что-то пикнул или нет? Нахуй не пикнул. А чё, я понял, трансляция продолжается на ютубе, обратный отсчёт 45... А чё, что за бред? Пусть обратный отсчёт, чего? Я не вижу никаких обратных. Не, у меня в этом, ну ладно. Не смотрел, там нет никаких специальных настроек, типа ключевых кадров для этого Нет, рестрим. Точно? Точно. Уверен. Да. Я помню, что думаю, что он дотал. Вот, могу Балтишок поставить. Сука, ну у них Зевс, блядь, это читы. Ля, я поставил Балтишок сразу он паузу. Подождите. У меня состояние трансляции оранжевое. Оранжевое, среднее, возможно, незначительные помехи. Лол, зеленое, высокое. Зрители довольны качеством трансляции. Шикарно. О, я просто должен заскринить. Боря, Боря, быстрей, на, письмо поди. Та, сука, не надпись? Пишите в чат. Можешь им тут козу показывать? Так, они мне тут... Так, тут есть все, тут есть. Просто приблизьте морфинга и сбоку с левой руки его. Нет. Да блин. Их вкусно. Я ушел. Я ж поставил. Прикинь, нажимаю на 50, не нажал. Так, мне надо закрыть твичи, и все говно, мне дота лагает. Нет, ты у себя не открывай никогда, это ж вообще охуеет в интернет. Чат же надо как-то читать. Чёрчик, да? Чат можно читать там через настройки, короче, но... Ну, там откроется в маленьком окошечке. Я, правда, не знаю, будет ли это окошечко жрать столько же... Так, я припускаю. Проблемы вечные. Так, сейчас. Походу. Сейчас. Клей, привет. Ну, получается... Ну, у меня только перекачка. А это убьем? Не, ну ебаный сайт. Мы как бы за руной сюда пришли, да? Вот чё мы с руной не идем? Боя, херня в том, что типа, скажи, но... По сути, стримит оно на вот этот вот сайт, а рестримит оно типа на Twitch и на этот, да? Ну да, да, все ж так и работает. Дура глухая, паузу поставь. Здрасте. Женя, ты там доту заново ставишь, что ли? Нет, у меня загрузка именно уже переподключается. Ребят, у ДК в инвентаре рецепт Медаса. Рецепт Медаса, хороший пацан. Так, может его ебануть? Так. А чем мы его ебанем? У нас нет хардлайнера. Что за фигня? Ну. Дай.
Ёб твою мать. Just, ёб твою мать. User entered your channel. Who's there? Алло. Привет, Артур. Привет. Разве не здоровались? Ну, со мной, по крайней мере, нет. Тогда привет. Вы еще вот это то? Только начали. Только линия интересно держится у нас, я смотрю, да? В смысле, только начали? Анжелички. Ну, игру только начали. Наоборот. Если ты имеешь в виду игру, а именно, если ты имеешь в виду в общем количество игр, сколько? Бара, я смотрю, ты смеешь. То не знаю. Я не знаю, что-то я не гружусь. Не грузишься? Ну да, у меня по включению идет, но все. Идет, и все. Да вот ты перезапусти. Запускал. О, сейчас все. И быстренько. Паша шел, уже ушел. Да, Паша, да. Мне в инвентаре ушел. Все равно Дота чуть-чуть подлагивает. Дота подлагивает? Угу. Ой, ще не вмерло, зашел в Доту. Кто бы это мог быть? Я, блядь, даже не знаю. Артем, ты Аквилу, да? Угу. А кто это такой в самом деле? Куплю Базилу и закончу. Ты на умерок какой-то. О, просто вошел. В Раст он играет. Поп. Играл пока. Собака, наверное. Да собака, кто же еще? Как он все такие дебильные ники придумает? А что ж так пролагиваешь жестко? Я, скорее всего, умру сейчас. Не умирай. О, я появился. Чтоб не брать. Чтоб не брать, блядь. Я Богдан, тебя он перебил. 10 минут, чтобы подумать. Да я пик врагов как бы не знал. Что-то я сразу. Адан, у тебя первый есть? Есть. Он что-то знает, блядь. Он меня чует, что этот бык своими рогами меня видит. Бык. Бык. Бык зашел в тень и, возможно, побежал куда-то, я не знаю. А кто этот бык? Бар. Это перед ломатель духов. Хлопатель кабины. Нет, там дух-выключатель. Дух-выключатель? Ну я тебе серьезно. Если серьезно, переводить на Google там Translate, он переводит его как дух выключатель. Опа-па. Вот зомби. Смотри, Женя, сам пикнул и нормально все. Блять. Где дух выключатель? А дух выключатель спрятался в лесу. Он стоит, сука, пиздит экспириенс. Сейчас, мы его должны найти и убить. У нас пуч с ВК еще тут выходит. Дух выключатель, ты где? А во, дух выключатель, нашел. Какой получил. Третий уровень нахоботил, педрила. Нахоботил. Я куплю себе мидас. Буду нахуй оформить. Меню. Да. За мной. Мой дабл стак. Оп. А сяжешь? Конечно. Кто делает отводы как царь? Я делаю отводы как царь. Пошла нахуй корова. Кто фармит как царь? Я фармлю как царь. Не вижу таких вообще. Ранжевиков ты слакаешь как царь пока что. Так его убью часов. Во, видишь, стакаю, правильно, ноги. Я вот. Занимаюсь в этой игре уже 5 минут, увожу крипов в лес. Там Баратрум должен в минус первый уровень уйти уже, если бы он терял экспириенс. Потому что к нему тупо нихуя не приходят. Еще одна пачка тупо в лес ушла. Пуш, по-моему, в лесу. Вот здесь. Да мы его. Он хабакит так же.
Хоботит, да. О, опять пошел хоботить, смотри. Хоботер. Хоботер. Он этот заходит. Идея для нового ника просто. Хоботер. Хоботер. Давай. Пуч. Нет, ну это жесть, я не могу так фармить. Пури есть силки. Подожди, я в мид улетел, там баратрум нападает на вайпер. Разбегом убью сейчас. Стоять! Ульканул. Да. Это было неожиданно. Это было больно, я чуть не охуел, что вам сказать. Ну прости, Богдан. Что там Зевс? Это Зевс. Это. Короче, так. Так, подрубаем музычку. Это экспа не идет. Так, а что? А вот он бара. А, здесь. Не так. Тут же? А, в лес заходит. Я ушел, да. Артем. Хоботит, угу. Хоботит. Прости. Хоботит, хоботит. Хоботер. Блять, я не понимаю, почему-то все работает на ютубе, все заебись. А вот Twitch даже через рестрим зависает. Артур, а ты можешь зайти на Twitch Артема? Ссылку. Это завтра. Сейчас. Мне какая страшная музыка играет на Джаменда. Не, подожди, я спиздил, не запросто. Так, шутанул с тебя, блядь, пожрать. Так, ну что, прилетел? А, это ты. Бла, да я. И тут пуч! И тут ВК! Два с ФТП. Так, тут линка неплохо выйдет. Давай его я люблю. Бить. Разбежался куда-то. Хоботер. На мид, по всей видимости. 50, 51. Оп. Стак. Так, ладно. Че у вас тут? Ой, и у вас тут пуш. Вот че по вам не попадает, а во мне попадает. Не скажете? Мне этого счетчика стаков очень не хватает в обычной игре, чтобы я видел, просто стакнулось, не бегал, не проверял. Зевса нет. Может есть какие-то модификации. А, я скрипты? Не, скрипты так, для пидорасов. Артем, ну дай ссылку, ты мертв был. А, сейчас. Ты мертв. Я жив на самом деле. Ай, блять, как больно. Сейчас. Так, где там Артур? Там в конфе скинешь. У меня Dragon Knight. Алло. Он бежит ты. Конфески. Богдан, у него 0 тик. Хотя я Зевсу спину иду, не знаю, мне видит, не видит. У него 0 тик. Нет, там просто крипов не было. Тут баратрум. Блять, вот это новости. А куда пошел Зевс? За воной. Наверное. А, нет. Мне не нравится то, что они так, блядь, тут бегают. Пуш. Есть самба. А есть, есть плюс один на мид? 5 слотов, вот это дома. Парни, есть плюс один на мид? Нет. Что-то... Нет. Бара ушел куда-то, нет, может, да. Убежал. Подлахивает стрим. Пойдем тут что-то искать. Не-не-не, он подлагит, потому что мало зрителей. Ой-ой-ой. Артём, крепи его, крепи. Давай. Мало зрителей, это один называется. Это я. Здрасте. А пуш, что там? Я не знаю, говорить этот момент. Он что-то покатовал? ДК пришел и он нюкает меня постоянно, по КД просто. Через я бегу, сейчас я тоже. По КД его. Вот это вот кизе. А где ДК? Все, нормально. ДК стаки мои фармы, да? А хилки? Хилка есть какая-то мне, нет? Нету хилки тебе. Зевса тоже не будет сейчас. Захожу в спину на ДК. Боря, меня еще нету. Там еще ВК бы. Блять. Где вы? Я зайду ДК отсюда. ДК прилетел, да. Поэтому я не могу драться, мне 300 хп. Боюсь. Понимаете, что я сейчас умру? Они тоже. Убей всех нахуй. Реинкарнация нету, пятого левела. Нету, нету, пятого левела. А чё он пропиздил? Там, блядь, глянь, сколько там человек пришло, глянь просто, сколько там пришло человек.
10 секунд, и я резаюсь, прилетаю. И возьми что-то похилиться. Хилку даже возьму, две хилки возьму, все возьму. 100-220 голды, не торчите, ребят. Приехал, смотри. Тут пуш. Вовремя. Просто отвлекся на этот. На, блядь, не знаю, на кайфов. Можешь начинать перекачиваться там куда-то. Ловкость. Ой-ой-ой. Так, меку вы соберете, да? Кому еще хилку? Ну, я уже погиб. Я понял все. Кому еще не... Фу, блядь, о, Гудини Рок Шоу, а вот это погромче. Шикарные ребята, я их даже добавил к себе в ВКонтакте. Ну, нас в лесу тусня. Нас я на беду тусня. Пойдем, Борис. Пошли, байт, забайтим. Женя, нормально то, что сняла. А, тусня убежала все, да? На меду тусня двое. Барат. Хабатер. Хабатер убежал. Срать на хабатера. Хабатер. Вы ему в лесу навалите. Я почти шестой. Коля, кушай. 5-46. Мне надо фармить. Поехали. Куш, ну... Декан, куда идёт? А, ты куш. Ай, бара тут. Ладно. Тебя хабатёр убил. А, всё получилось. Ой. Что, Женя да. За хабатёр получил? Да, да. Карту смотрим. Женя хабатёр просто. Ладно, я пошёл дальше на низу, так что Бой, Анна Зевса. Там еще, правда, кто-то плюс один. Там был еще кто-то, да. Мне не нравится еще кто-то этот. Но я сейчас попробую. Если он такой же слепандя, как в прошлый раз, то я не против. У них там варды, наверное, там же пуш поймал как-то. Ну вот, кстати, пуш и был. Блять, не хочу. Женя, давай. Хабатер на я не хочу. Давай. Так, бара у меня. А там был ДК, по-моему, бой. Сейчас я кабану. Пуш внизу. Не убивать было. Действительно, там ДК. Вот, удачи. Так, кто-то улетел. Он завязал драконью форму, как это мило. Ты меня не убьешь. Женя, поближе к змейкам. Женя, Женя. Шо, Женя, Женя, Коля все сделал. Коля, Коля. Так, Боря, 20-я минута, если все хорошо, я кидаю ссылочку. Ты сам как считаешь, все хорошо. Ну, еще не 20-я минута, поэтому еще рано. У меня, в принципе, все неплохо. 8-3 почти вот так. Я нахуярил стакер там. Такой пик у них, что может перевернуться в любой момент. Нет, перевернется не обидно. Главное, что мы не всосали в конце. Представь, Артем кидает стрим в начале игры. И то люди заходят, а там такой чмоки-чмоки, блядь, по КД. На всех линиях. Сейчас попробую забузить. Начинает нюхать меня, но это кошмар. Нюхать ее. Артём убьем его без инкарната. А он с инкарната без? Да, без. Да убьем. Я сейчас покажу. Да не нюхай меня. Не нюхай. Спушим, Коля. Ну подождал бы еще. Ага, нихуя. На 55 он добавил. Я не хочу так, я хочу сносить. Я ебал от лес крови. Понял, Тим? Да. Два голоди. Завтра. Какая гадость. Богдан, я у тебя можем убить. Ладно, давай, кого убиваем? Драгон формы у него нету. На миду, не слышишь. А уже есть, наверное. Женя, сейчас найдешь себе пушку. Боря, ты делал стаки, да? Да. Братан, спушивать будем? Да, попробуем. ВК, сапа. Не, если ты пришел с такой пушкой... А убьем его? Я пушить пришел. Убьем. Он без информации, давай. Я не виноват, что моего рода хватает, чтобы крипов добивать. Пошли. Получилось, нет? Да, сука, ёбнутый спот, блядь, ненавижу его. А шо у нас в миде там просто хорошо. Какой-то пиздец происходит? Не знаю, вакханалия какая-то. Блин, я что-то, конечно, не уверен, что у меня получится здесь выполнить квест. Ага. Ой-ой-ой. 12 тысяч надо... А, не, во, дамаг, окей. Ой-ой-ой. Ага. Давайте в ДК!
Бегу, бегу. Легкий. Правда. Так, я прилетел. Можешь кидать, в принципе, если ты еще не кинул. Поехали. Кого кидать? Пошли. Нам ничего не страшно. Зевс. Опа. Это шум, блядь. Чмоки-чмоки. Я пошел дальше фармить. Поки-чпоки, да. Так, один дабл стак эншентов и все. Челлендж выполнен. А это тебе недельный какой-то или там это... Тут не вижу спад. Путь саппорта. Тут, ну, тут стак, тут стак был. А почему ты не сказал? Тут стак. Не знаю. Действительно, стезя лучше звучит. Стезя лучше звучит? Однозначно. Впрочем, есть нормальное современное слово направление. Не, ну там путь именно, как не знаю. Roadmap. Дорога. Стезя. ДК раздраконился и хочет миплом. Я сейчас ему сломаю. И он, кажется, не ожидает. Рейс Кинг там. Есть этот? Подержать. Не раскелетился и хочет, чтобы он сделал. Раскелетился. И басту бампиканы. На фурнах хоть одна есть, если нет, я возьму. Арканы у этого, у Рейс Кинга, сука. О, это опасный пацан. А мы мид уже сломали, да? А что мы тут делаем? Пойдемте в другое место. А мы все уже сломали. Так, так можно на Рошана идти. Борис, а ты смотришь стрим как бы, да? Да, как бы да. Как бы да. Для меня тоже. А что? Четверо. Наказывает. А он улетел оттуда. Четверо. Вот так бары собирает. Нам ДК идет. Или в потайну. Что-то в этом ДК уже... Вайпер. Ничего нет, до сих пор. Убейте КПшу поднимаемся, давай. ДК. Ну сука, ну серьезно. Ганкотер. Оп-оп-оп. Дает. Хекс дашь? Ага, тут этот. Хорошо. И ультанул, и еще, да. Еще давай там с половины меня не взай. Ладно. Там больше. Да. Бруха-ха. Сколько ты уже на дизейбле, Коля? А, тебе другой. Артём, ты скидывал? 20-я минута, да, пора. Луганск, Луганск. Луганск, Луганск, Киев, Киев, везде. Так. Лисичанск, Луганск. Лисичанск, Луганск тоже. Донецк, Донецк. Киев. По всей Украине тоже скидывал. По России тоже по всей. Передает Москва. Женя. Кого? Кого? Доник фестиваля. Зомби съели. Как вам трубчатина на вкус? Говорит Москва. Время. Без пяти. Вон Рошана 11. Пока. Мы идем. Либо там ДК собираешь что-то очень жёлтое, либо я не понимаю, почему у него ничего нет. А у него денег нет просто. Вот все. Его гоняют туда-сюда. Ой-ой-ой, хук-хук, пацаны. Хелп, хелп, не хелп. Что, куда? Как там поблон? Вызвон. Отошли в звезды. Алла, а кто оббекан? На, это я андакан, да ладно. Он еще говорит, обалла, кто оббекан. Нет, там он как-то еще говорят, по-другому там говорит. Если бы успел. Не меня. Мои свины, наверное, возьмите что-нибудь.
Я мне он пока не нужен. Пойдемте по низу. Пойдем. Я иду. Просто убить трех вражеских героев. Что говоришь? Иду? В течение 15 минут. Я иду, Богдан. В принципе, твой вариант тоже неплохо. Бля, тут такие стаки, знаешь, на кайфуре подлечет. Вечно ты всем недоволен, что ты стакаешь плохо, не стакаешь плохо. Да нет, вообще я не могу сейчас увидеть куфрами просто ничем. Туда к нам подходи, герой куфрамишек. Мы с Аегой, нас тут пятеро, ты будешь шестой. Так. Это мне хук сейчас прилетит, как всегда, да? Так, Бэй, а чё нас тут пятеро? Аеги. Аегис. Т2 по миду. По миду так. Фармим, просто фармим. Товара фармим. У меня огонь есть. Женя, а что ты отбираешь не моего курьера, ты? Мне огонь нужен. Мгас. Апостол. Зевс! Ой-ой-ой. Богдан, положи. Сука. Положи, положи себе. Тут кому-то каст прервали. Оп-оп-оп. Ну что ты будешь делать, а? А ну пошли вон отсюда. Я не такой. Ай-яй-яй. Боль. Женя, мог бы меня и закрыть своим героическим телом. Героическое. Героическое тело, Женя. Героическое тело. Тогда скинь. Ну что такое, блядь? Ну что вы так любите эти хуки, я не пойму. Ну, хуколюбы у нас завелись. Тихо, тихо, тихо. Сейчас, сейчас и я присоединюсь к ним. Два хуколюба. Мы можем на ТДИ заходить, 22 минута. Хукофилы, вот, да. Я не хотел говорить, конечно, прям так, но... Хукососы еще. Так, и Зерил не стоит делать? Сейчас, Зерил, конечно, как бы. Забирай куру. Собрал. Вообще, тогда давно Богдан брал? Сейчас. А? Я говорю, тогда давно ты брал курьера? А что, убери курьера? Хукасос идет на нас там, осторожно. Артём, он за тобой. А я конечно. Скорее всего он за мной, конечно, но тебя он раньше найдет. Куда мы идем пушить? Вниз? Мы в любую сторону. Давай вверх вниз. Я с вами, меня травило. Трех людей надо добить. Надо добить. Из-под инвиза. Артём, руб дадите? Ту, блядь, руб дадут. Просмотрел вард, ничего себе. Хук, венгу, не успел. А есть у нас похили чем-то, это как крипов? Да, конечно, хорошо. Где ты есть? Где ты? Где ты? Где? А, вот. Женя, не смей, не смей. Хорошо. Да, спасибо. Блядь. Так, там хук. Куда, куда? Алло. Стоять. Левел 11, реинкарнация. Там все. О, спасибо. Не-не-не-не-не. Я так не играю. Так, один есть. Ты с Аеисом, да? Все еще. Пуш меня сгорел. Троих убил. Пятерых давай. Вот так вот, ультракил. Изи. Кто убил? Женя, вот я так и знал, что это ты. Боя, забайтили, боя. Так и знал. Забайтили, да. Богдан, забайтил. Забайтил. Да не, я видел, что такое. Я Кенсперу что-то сбил. Я ж не знал, что они меня здесь видят. Вот тут. Не, не ставят варды, это не совсем отбитое. Тут был вард. Тут, скорее всего, тоже стоял. Что? Меня хукает тут, что не тай балл, охуенный мячик в пунжу остаюсь на месте. Всё, спам ссылку. Я же заспамил уже. Ну, а, именно спамить. Не смей, Богдан. Другие каналы заспам, да. Ну там чат, сам знаешь, как идет. Не смей. А там никто в него не пишет. Что ты хочешь?
А что нет моего плана? Там сейчас минус Аегис уже был только что, и вот я так вот. Я тебя. А, ну они этого не знают, поэтому надо будет. Не знаю, ты не могли тебе в инвентарь посмотреть. Какой? Ай, блин. Получил. Я потом как дела? Мне они не знают. Я же говорю, они знают. Ну, в Луганске-Луганске, например, так чат и не обновился. В Лисичанске, ну шо си паратюги. Ты уже на полтора под Великой Украинской империей, Украина переможе ворогів. Небесну сотню в сраку, ну так, это в Лисичанске. В Донецке. Случайное число, нацики ни днем, ни ночью не спят. Ну такое. А, нет, не купай, пожалуйста, нет. Он думает, что это настоящая винга. Да, он думает, что это настоящая винга, еблан. Ну давай, а не-не-не, баратрум, не-не, спасибо. Сука, мне не дали мне это, скажи, притыпаешься на иллюзии. Ого-го, щеми этих пидиков. Говно. Иметь. Давай, щеми, тишко. Калюба, щеми, тут Зевс где-то был. Зевс! Оп, здрасте. Оп, отпустил. Ох, высыпать меня высыпал. Со мной это бывает, не обращайте внимания. Да снесите вы это там, сука. А бара уже бежит, да? Не понял. Это как? Что случилось? Лол, до него дошла анимация этого Адаптив Страйка, понял, он начал тпхаться. Дошла анимация, показалось, что его застанило. Он стоял в стане и улетел. Нормально. Это я в ETF момент смотрел, и получается два видео подряд, что вот в этом месте где-то застряют игроки тупо на месте. Магнус туда на первом уровне забегает. Коля! И останавливается. И земелья там тоже на ком-то. Коля! Коля! Бой. Пока, ребят. Пока. Надеюсь, тебе было весело с моими друзьями. Охуенно. Приду еще. Ну, я получил за них аж 30 сил. Где наш саппорт, а где наш Кэрри? А Кэрри на травелах, блядь, и в охуительных штанах. А вот где наш Shadow Shaman? Коля! Опять кого-то купает, может. Стрепенулся, блядь. Как его то? Меня хорошо. А, там Кираса где-то появился, не знаю, видели нет. Да, у Кираса УДК. Я намек понял. Который там УДК Кираса. И Леорик опять типа, фармить типа пришел. Гадость тупая. Пацаны, убей, не знаю, вы видели нет, но УДК Кираса. Окей. Пацаны, Кираса УДК походу. Ребят, там это, инфа такая, УДК Кираса. Ребят, есть предположение, что ты как-то раз собрал. Ладно, все, хватит. Не, я на всякий случай тоже соберу, чтобы ДК не собрал. А то вдруг он уже собрал. Вдруг собрал уже, да. Чекните ДК там, Кираса, есть ли? Извините. Пацан, там вроде бы... О, стаки делал. Окей. Окей. Да как я раз он написал окей. Жень, ну тогда давай пойдем отсюда. Пока наши пацаны фармят, то что они не хотят сносить. Ну, ДК там уже Кирасу собрал, блядь. Я пришел фармить его. Ой, фу, я пришел. Ой, стаки мои фармят, я на стриме вижу. Передай моей змеи, что я любил ее. Keep your underdeveloped language in your own shit, please. Ты стакал-стакал, а потом ДК Кирас. Собрал, да. Женя. А как походу? Женя. Артём, Женя. Артём. А? Если мне нет, передай мои змеи, что я любил ее. Артём, ты нам нужен. Я люблю. Никого нет, Коля. Беги. Я люблю. У меня своих стаков почти Кираса был, как у ДК. Почти Кираса куда? ДК Кирасу собрал? Ебать, 30-я минута, уже Кираса. Ты сам охерил. Так, я сам попросил. Мне сначала нужен был свой хил. Мой хил, не вопрос. Даже два. Коля, не попадись на хуй. Под твою кирасу мой хил хорошо. Не, еще не, нет кирасы. Когда, братан, держишь? А у такого есть или нет, пацаны?
Чё, Кираса, пацаны. Ой, там раздраконился этот. Раздраконился. С Кирасой, чувак. Раскилетился. Чё, он под минус армор нам навалять хочет? Раскилетился, это тоже норм. Ты его убиваешь, он такой раскилетился и опять дерется, блядь. Блядь, ну это я тут пожухил. Я ж начал. Богдан, у меня на стриме останется история того, как ты кардамон раскидал. Как вкусная, фу, вкусная, смешно, я так и делал. Просто жрать хочу, пацаны. Давайте я сделаю суицид свап, и вы его убьете. Вот это да. Найс. А как я хочу включить БКБ и драться вместе с командой. Я Кирасу не собрал, сам виноват. Раскилечивается, пацаны. Раскилетился. А помогите мне, застаньте его. Вот, все, убиваем. И спасите меня от чего-то, что может убить помнил, меня. Помнил, что у меня медаль есть, короче. Ну, Тасиса была. Пуш меня только может убить. Хуком, точно. Нет. О, спасибо. Боже, что хорошо людей на стриме, все тоже? Все тоже, один человек. Говно. Меньше стало. Меньше стало, да. Говно. Говно. Не, а что ты хотел первый день? Ребят, так, Артём. Ну, говори, ребята, потом. Еще 100 крипов надо нафармить. 100 крипов еще. На Кирасу? У меня есть уже Кираса, пацаны, как у ДК. Иди к черту, Артём, ты куда лезешь, сука? Что мы там, все нахуй. Артём, короче, еще хотел сказать. Первый день, когда твой стрим не лагает, поэтому нормально. Еще 100 таких. А, на Твиче даже не лагает? Ты заплатишь за это, думаешь, ты фармить можешь? А, я уже, блин, помал 200, я тут сорвунер все такое. Найс. Вард поставим, чтобы Зевс не нашел. Рошан уже, скорее всего, появился. Папа, ты это хуйня. Регенерация. О, мне! Коля, ты это, хуйня какая-то. Шо мне дел? Ага, не надо. Так, главное, чтоб не клэпнул. Не клэпай меня, сука! Все, покаем на пьем. Похните его, жука, покаем. Я услышал просто, да. Сейчас, ребят, сейчас буквально, вот в панкре осталось, я... Hey, wake up! Нет, не надо. Hey, wake up! Сука, hey, кто покал? Wake up. Коля, кто играй покал? В доту, сука, дурак. Играй в доту. А шо вот это такое бегает с Кирасой тут? Давайте убьем. Я не надо. Не ты. Hey, wake up. Да прекрати уже. А, ты уже в огороде, Коля. Хорошо, я понял тебя. Выходи. Я тебе осталось тебе дождать, пока я доиграю, и все, выходи, будем. Давай. Ну тебе два зуба. Два зуба выйдешь? Надо стан, короче, один, кроме моего. Вайпер, стан. Ладно. С следующими грибами. Богдан, да, поближе ко мне, стойте, поближе. А что, до первой слезы? До первой чего? Слезы. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой! Нихуя себе! Это что, бартрум? Да, это я выжил, чудо. Ой, Богдан, ты там это... А я живу! О! А где Паша, его этот веселый друг, который стрим Артема не хочет смотреть из-за того, что лагает? Вот сегодня... О, я ему ебал. Виталя! Боже! Надо написать, короче, сказать, что мы починили стрим. Ой-ой-ой. Мы молодцы. Сейчас, подожди. По заказу Виталия, так сказать, по специальному. Так, блин, там раскилетился кто-то, я слышал. Просто. А у меня слаб только откатился, блядь, это пиздец какой-то. Нет, спасибо. Я не голодный. Все, Артём, выходи на улицу. Вот ты как раз жрать хочешь. Я жрать хочу. Артём, выходи в огород, я уже выхожу. В огород выходить? Сейчас я добью. Не добил. Нет, спасибо, Коля, я не голодный. Нет. Сейчас.
Ничего не купил, мне 8 косарей надо почти покупать, ладно. Пацаны, стойте, ждите, мне надо лучше стату. Куплю себе Uber тапки. Опа! Куплю Uber. Я боюсь. Куплю, что еще куплю? Как Аегис выложить, пацаны? Ну же я что куплю. Ага. Суицидайм. Ладно, ладно, суицидайм. 600 голды занимал, го. Ой, а тебе вот дождь. Вот так сейчас и я тебя накинул. Ой. Ха. ГГ ВП. Что я тебе вышел? Изи челлендж, да? Изи, да, и у меня. Ой, как много, как много. 540 золота. Золото. Монеток этих. Только сколько мне не хватает? О, зимний подарок от Релай. А ну. Ой, ё-моё. 30 очков. Можете мне кто-то типить? Поздно. Да, поздно. Поздно. Я кручу... Праздно надо говорить, когда... Ладно, ладно, я понял. Женя, ты все? А вы что, уже играть не будете? Ну, я вообще просто вкидывал. Да ладно! Что? Ха, лов. Блоха-курьер. Кто? Курьер? Блоха вот эта зеленая, сука. А. Ненавижу. Так, пацаны. Я сейчас на линии. Поговорим на огороде и подойдем. Поговорим на огороде. Артем. А? Артем. Артем на компе? На линии. Артем? Артем? Мне надо на жизнь. Женя, да. Стой. Что? Ты все квесты выполнял перед тем, как финальный квест с этим? Где? Ну типа тут херня точно так же, как и с Артём, квестом на Эмбера, что после выполнения финального ты выполняешь боковой, да? Артем. Ау. Ты чат на Ютубе читаешь, говорю, или нет? На Ютубе? На Ютубе, да. Нет. Нет, а зайди, посчитай. Сейчас посчитаю. Не вижу, правда, дат, когда, что, ну там людей понаписало, тебе пиздец просто. Сообщение, Игорь... ответим всем. Игорь Евлаш, привет. Стоит один человек смотрит, я блядь, не знаю, кто ты, Игорь, но привет. Кто ты? Что ты? Я найду и убью тебя за то, что ты зашел. Не слышу ваших секси голосов. А, это старые, это старые. Да? Разве? Да. Их не было. Не, были, были. Это... Когда мы только первый раз еще на YouTube даже стримили. А, ну тогда неинтересно. Так, давай, тут удалить. Ладно, я пошел кофе. Сейчас выйду. Я могу назначить кого-то модератором чата. Ох, шикарно. Был бы кто-то со свободным временем. Давай, Артем. Ты с нами в доту играешь, дурак. Максим. Я не... Артур. Артур играет в Space Engineer. Артур? По-дружески, чисто шоты. Сейчас падну, что ли. Артур, кстати, как у нее дела? У кого дела? У Космит. У кого? Станции. А, у станции. Я уже думал, ты что-то знаешь. Так, ладно, пойду себе возьму вафелек. Так, мне надо нанести 1500 урона. Да, это 15 тысяч. Нет, это не тебе, да? Давай. Махан. Так. Так. Алло. 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 Бля. Нет. А где Махбанчик? О, нет, так и не он банан мог. Закончить и нажимать. Я тебе говорю, иди. Это наш противник, он дает. Что я хочу поменять. Пошел. Я
Я почитал в газете, что бабочка надевалась. Что, блядь? И взлетела под стадионом Торпедо. Добейте 175 или больше крипов, играя на Медуза. Это и... Вот у меня тоже это был easy quest на алхимиков, до сих пор пока я никак не мог не выжить. Все время поигрывал. Тупо когда выпадал, но все время поигрывал. Зато там 500 очков. Алло? Ну да, 500 очков. Это значит, если я просто... Мне недельный челлендж осталось добить буквально 100 крипов. Ну там, что-то 97. И тут на Медузе надо добить 175. Ну, Варя, тебя, да? Ты теперь будешь на Медузе, да? Недоволен. Я не знаю, да. Ты должен только герой интересный. Я на тебя буду. Ну, Артём, почему я тебя не вижу? Я по не было. Сидит? Кинь тебе Пати, Боря, ты главный. Я главный, боже мой, в какой-то веке, блядь. Артём, почему тебе... А? Почему тебе не было в Агауле? Потому что я ходил за Васенькой. Вот ты чмо, там, секунд, все. Сам ты чмо, Коля. Понял, секунд. понял. Мне нужен 23 левел, и быстро. Слышь, на ютубе, кто его смотрит, он чмо, он секунд. Тут и Twitch, и ютуб все смотрят, просто при случае я буду бывать. А тем, погнали пока в змейку? Ой, блядь, змейку, в крокодильчика. Изи. Погнали. Вы твоём хуярь спут. Ты там? А чем ты или я? Сейчас, да создавай. Ну отми. Я получаю 1 рубль за посещение приложения. Рубль. Рубль. Играйте в суперкомнатах, пасека, супер кингс, изи, художники простые, без выбора сложные, Миссисипи элит. А чем я кинулся? Ага. Вот так вот. К доллар. К евро. К фунт стерлинг. Еще что там есть? К дойчмарк. К дойчмарка. Хочу присоединиться к Николаю Говорухе. Отлично, о, 47 миллиметров, неплохо. Хачи присоединились к Николаю Говорухе. Самое интересное было к шей.
Коля, ведущий куда-то пропал. Нет, там же иди еще и скажи интересно. Все, играем. Блять, забыл, ладно. Я на линии. У меня просто мне здесь, я хочу выполнить на здесь секвест. Пойдем, ты сосать. Ты 25-го левого. Что мне надо сделать? Что я не хочу выполнить квест. А глушите 30 героев Light Striker, играю за Лина. А, на сет уже идешь. Да, то я без побочных решил так, напрямую. Стизюски дальцы. Я просто. Он бы так девушку когда-то спел, напрямую без побочных. Я просто скажи. SF, Краба, Инвокер. Что удивительно. Ланая, ВР-ка, Тинкер, Герокоптер и Вайпер. Сейчас на Лине. А потом пока вы повыполняем. Да. Убейте по одному вражескому герою на верхней, центральной и нижней линиях, играя за Зевс. Можно и это. Зевсом я буду отцом. О! Я слышу донейшн. Затащил, получи печеньку. Вам придется драться в огороде. О! Спасибо за печеньку. Два... Фу. Жопа венги. Спасибо за печеньку. Слышите, потом тут что говоришь, Богдан? Женя хочет на мид, вам придется драться в огороде за мидл. Я победил мой огород, я его туда не пущу. Значит, ты засал. Нет, значит, я мидер, я стою на виду. Ясно? А? А? А прикинь. Нет, не ясно, хуй. Женя не может идти на мид, видишь, он не грузится. Ладно, Жень, ну, я защищал тебя как мог. Тут как бы безвыходная ситуация. Защищай, не защищай. А нахуя на мид именно надо идти? Кем? Подожди, что за челлендж? Объясните мне. 12,5 тысяч мах или... Ну, мах или чистого урона. Ну, я саппорт сайленсером это сделал, ну. Блять, вот так вот. Ха-ха. Даже не улица. Ха-ха. Дебил, в наше время тело. Короче, давай, Женя, до 10 секунды загрузишься ты на мид, после 10 я. Сколько будет сейчас держать, если мы 1-1? Ну, всё, не пошло. Не, подождите, есть вообще честный способ. Дота ж умеет делать роль. Рандомы, да? Вы просто рольте в чат, и кто больше выкинет, тот на мид идет. И... Ну, так, сейчас. Сейчас Женя. Хватит чата, давайте, открываем. Да. Давайте. Так, открывай группу, да. Я с вами зайду. Как, просто слэш ролл, да? Ой, ребят, мы не можем их долго. Как долго? Вот. Так, Женя, давай, на счет 3. Вот, я выкинул на 30. А чего ты боишься? Оп-оп-оп. Ого, 63, нормально. Походу я пойду на мид, да? Как это делается, пацаны? Слэш ролл. О, боюсь на мид. А ну, Артем, давай. Ну, у нас Артем Женя разбирается. Времени у нас полно. 5 минут. О, боюсь. Я буду ждать Женю. Так, Женя ролит на 39. Артем. Пошел, ты не принял игру. 70. Ну все, два раза почти. Все, Артем, пошли, пока в кокодичек. Не загрузился. Давай будем ролить, Коля. Сейчас. Сначала да. А чё, давай, кто больше на улице? Две игры. Восемь. Раньше дети в камин ножницы бумаги. 61. Давай еще раз. Давай еще раз. Они тут роли. 85. Сорвало, пожалуй, отвечаю. Богдан. Давай, четное или нечетное число, Богдан? Четное. Ха. А ну, Артём, давай, Паша, так у красного. А? Что ты говоришь, Коль?
Ты на кукана садишь, да? Коля! Шоп пиздо. Что ты такой жестокий? А тем чё ты, не чё ты, быстрей. А, дебил. Играем в крокодила? Да-да-да, пойдём. Ну, крокодил. Пошли. Анастасия пишет: сюда, плиз, туту легко. Блять, Артём, а где твоя ссылка на стрим? Я что-то ищу, не могу найти. В смысле? Она там в этих чатах. Вижу только какого-то Володю П. Я в Луганск говорю, кстати, как Луганск. Луганск, Володя П. Дральник. Сейчас. Лисичанск добавлю еще. Так, Донецк, конечно же, и, наверное, Макеевку. Так, я скинул ссылки в Луганск. А, в Мариуполь, Мариуполь обязательно, Мариуполь. Хорошо. А сейчас-то зачем? Сейчас мы не играем. Пусть смотрят, как мы ждем. Если будут смотреть, как мы ждем, значит, будут смотреть меня всегда. Значит, пацан, который с нами играл, сегодня тоже так думал, походу. Их пропизодом стоит. О чем заходи в крокодила? В крокодила, поехали, Коля. Нью-кро. Да, давай. Крокодила, 2 минуты осталось, успеете? Да, успеем. Короче, Артём, их очень-очень много. Боря, кто ты? Кто? Не-не-не. Все они, кто они вместе? А тебе сколько до следующего левела будет? Все они. Ой, я тебе сейчас скажу. Мне 890 до следующего левела и 2 квеста до квеста за сет. А ты какую ветку проходил, да? Мне нужно либо веником нанести 5000 урона с ульты, либо доктором нахилить 5000 хп. А чем для этого кто были? Что-что? Там я уже играл с ним вещдоктором, хочется видеть. Блин, Коля, тебя тихо слышно сейчас. Ну говори, Коля. Это Зелёна. Для этого был это слово. Раньше кто был? Хороший герой. Знаешь, он же будет стилик, блядь, с твоим пальцем ходить. Какой стилик это зверь? Очень умное слово, но можно полегче. Разве когда в крокодила играют, что-то говорят? Нет, но... Мы спешим. Да. На N. Ух, ебануться. Как школьник стал матюкаться в последнее время? Короче, я аж не могу просто... Там мать своя не слышит. Сколько точек, столько мухов. Пищал бы уже, как сучка. Богдан, синонимично с обществом и коммунной, подсказка, первая буква Н. Синонимично с обществом и коммунной. Нарвал. Мне нравится нарвал. Кто меня пукает? Никита. Никит? А, да, действительно. Игра ищется, там, если кто не в теме. Да, игра ищется. Коля, давай вторую букву. Открывай. Я думаю, это племя, Артём. С первой N. А, с первой N, да. О, значит... Паша, 33 миллиметровый хвост, давай. 33 миллиметровый хвост. Артём, господи. Ну вот нарвал, я тебе отвечаю. User entered your channel. Вот ты дебил, Артём. Паша. Да. Мы починили стрим, Паша, представляешь? Звони Витали, пусть включает. А Витали бухает. Стрим включает, мне не важно. А чего за буква, дебил ты? Шо? А, лол. А, мы все еще решаем? Нормас, мне нравится. Я просто читал сообщение. Пацаны, первый или второй быстрее? Первый или второй. Так, шо там? Лотерейный билет пошёл купил. Бля.
Это Беларусь. Паш, а что ты мне в инвентаре перемешал все предметы? Я ничего не мешал. Вообще ничего не трогал. Я только убрал поводный эффект и убрал этот лайван. Все. Паша, иди сюда, дальше не отвлекайся на Магдана. Коля, почему, когда я сказал Беларусь, ты написал «Слава Украине»? А в курсе, что Майдан начался? Что? Майдан еще, третий Майдан пошел. О, мне плохо, пусть их хоть там публикуется. Короче, там подсказку, это олень. Да вы поняли. Это нужно видеть. Паша, у оленя не такие хвосты. Замочи. Это его посох магический. Это просто отсюда душа вылетает из задницы оленя. Отсюда еще бластер идет. Чем-то он похож на Женю. Чайку. Только чайку, короче, подбил ее. Это Авада Кедавра он сделал. Женя, Авада Кедавра зеленая. Отвечал, понимаешь, ему грубостью. Почему? Ну, Паша, ближе к делу, Паша. Подожди, да, подожди. Сона я. Так, короче. А вот это там. Такая, короче, сейчас надо очень аккуратно делать все. Не отвлекайте меня. Игра нашлась. Примите игру, пожалуйста. А чем продолжай, не отвлекайся пока. Паша, это мускулы. Что это за дурь? Мандарин. Мракобес. Мамка, Артём. Какой ты не смешной, Коля. Это Мерседес. Миллион. Магнотавр. Ну, короче, как-то так. Нужно знать, что это за палка. Это пушка, Паша. Монтировка. Ладно, я нарисую немножко в другом ракурсе. Артём, слушай, она топ-донатера автоматически считает, что ли? Да. Ну, это пушка. Нихуя себе, да. Это винтовка, это понятно. Ну, а как по-другому сказать? Пушка, ствол. Ну почти. Ну о! А, лол! Нет! Мушкет! Ёп! А, мушкет на туре. Написал бы, ну, типа нарисовал бы кремний. Кремний, блядь. Я нарисовал оленя чудесного. Нахер мне твои олени, если слово было мушкет, Паша. А чё, вот тут и поехали? Раскакал по... Нет, мы просто смотрим игру и комментируем её. Всё. Пикайте мушкета, Дмит. В эту игру я должен апнуть левел, если... В эту игру я должен апнуть полтора. Нет, пол. Нет, два. Нет, один. Правильно. Ой, чуть не напортачил. Ой, Пуч ВД, это все это наиз. Они не знают, куда она идет, поэтому все хорошо. Мира! Stay alive. Кунка. Ой, сейчас буду страдать. Коля, что ты нашел? Так. И... Похрен, Артем Голоденко вышел из игры. Паша, я тут играю в тот. А кто хардлайнер? Ага. Кентавр хардлайнер. А что тебе за квест, Коля? 20500 на вычитовый. Иди чисто. Для вы говнюки. Я обиделся. Паша, скажи Виталию, что я для него специальный стрим починил. Чего? Скажи, говорю, что для Виталия специальный стрим починили. Виталия больше не зайдет никогда в стрим. Он не лагает больше, Паша. Ну это ты ему уже будешь объяснять, а не мне. Паша, так сегодня в огороде. В голове. У тебя бой против Коли. На огороде. Коля, ты конечно. Боря, ты уже экономишь эти баллы, да? Что? Ты баллы уже экономишь, ты ставишь просто так, а сидишь, что игра не задастся, да? Или что? Я поставил, что это? А, ты веник, я думал, да, Коля, Паша веник.
А, Паша с нами не играет. Да, вы меня не подождали, мне никто не сказал. Павлик, будешь играть? Вы сразу поехали. Павлик, будешь играть? Отъебись. Хочешь играть, пошел? Вот с нами. Хочешь, мы Женю выгоним, он хотел мне миг забрать. Ну, походу, давай мы сейчас выгоним Женю, ливнем все с карты. Будем играть, пошел. Пошел, гока дай. Я тебе не верю, собака. А че, ты говно? Гока дай, конечно не верю. Что ты говоришь, Коля? Ты говно. Ну, я может тебе быть. Я не верю. Он мне сам пиксили. А ты тюхти. Не, все не говно. Раз. Видишь. Падам. А. Еще ничего не заметил? Чего? Ты, Коля, ничего не говорил? Ну что ты говоришь? Типа он там невзначай сказал, ой, там что-то Паша что-то напортачил. Это хер, знаешь, я тебе, блядь, доверять больше буду, мудилы. Не знаю, что ты напортачил, но мне это уже не нравится. Походу он еще не заметил, Коля. Я знаю, что он не заметил вообще. Братик, ой, хер, у меня группа где-то показывает. Так, а что ты сделал, Паша? Ну, если я вашего в игру ты не заметил, значит ничего. Ты еще потом увидишь. У меня три плана, поменял на... Поменял ник или, унал, или убрал Ванаев с загрузочного экрана? Может, мы уйдем наверх? Загрузочного экрана, это понятно. Подожди, не, я видел, что у тебя какой-то там длинный новый ник. Алло, друзья, может, мы наверх пойдем? А кентавр на низ, а то там плохо все. Что нам фонд одного поджагонять? Богдан, ты с нами? Наверх? Оформить да, я да, как да. буду. Ну, как и внизу. О, ТП отменилось. Так, там идите с кентавром на этот, скажи... Кентавр левел не получит туда. Будет. Да, получу, получу, приходите. Чем? Каким чудом ты получил? Ну, хер с ним, ладно, я предлагал. Боюсь, у нас стан это хер, пойдем. Рано как пофуэлла, нормально. У меня какая-то херня, у меня какой-то сыч играет на линии 4 уровня. Аля, Паша, ты шо, я не понял. А, это ты, там, извини, просто подписан сыч и потерь. Вот тут блюдок. Ой-ой-ой, гаси его. Женя, ты где, Жень? Купай мне тебя. Не, я в и того тоже бейте крипты, правильно. Меду, ой, фу, это... У тебя это дура, Артем. Я знаю. Арон, Арон. Кто-то скажет, зачем я Макшу встану? Только хычи так делают. Вот минут 5, сука, на воде. Да. Ничего. Ну, Миран от вас смылась, скорее всего, больше, я так понимаю, не вернется. А! Жень, зачем ты это делаешь? Гамно! Борис, опять же живой кэп. М? Опять он живой кэп. Ужаса. Это вич-доктор типа, да? Не-не-не, он живой кэп именно. Надо ему, кстати, подсбить там немножко, а то он охуел. Он уже... Он уже отрегинился. Блять. Уф, какой злой. Да ну ё-моё, ну. И превратился в ёжика. Да. Был педиком, превратился в ёжика. Нормально. Знаешь, когда педики превращаются в ёжика, это странно. Ой-ой-ой. Ну, он меня копает. А тут же СС, пацаны, есть так чуть-чуть инфы? Ну, если ты глухой, то это такое. Заебись. Коль, наедь на него, наедь. И подстрекательно наедь на него. Коля, я подстрекатель, не наезжай. Коля, не слушай сейчас. Пока, говорится, послушай сейчас, будет не так же делать такими. Артём, Артём. Жень, я понял, Жень. Там стоит. Ух ты, сука. Женя, блочь его. И бей его. И убей. И бей. Ага. Молодец. Пуш, ребят. Вижу. Не попал, походу, соплю. Да, не попал. Неудачник.
Ладно, парнишки, если хорошо. Я отключаюсь от вас. Изи. Вернешься еще? Нет, я спать еще пойду. Пашок, пойдем играть. Ну я это катану и пойду спать. Ого, на доктора. Во. Давай, товарищ. Он там отводит. User disconnected from your channel. Мой лост хит на линии прекрасен. Вернется. Благодарю. За широкую спину кентавра. Да пошел ты нахуй. Что-то я включил хукасоса, блядь. Хукасила, да. Миран СС на миг. О, бать, не, ну это не по-взрослому. Кунки нет. Спасибо. Так, тут есть? В смысле есть. Торренты ебаные. Пуч! Никс! Кунка! Ну я иду на пешком только. А ТП вниз будет? Я вниз бегу. Так, Пуджа. Блядь, Кунка! Хорошо же не убили. Я тебя доползу когда-нибудь или нет? Вот почему плохо не иметь ноги. Боря, во-во, сейчас там трикл килл будет. Или нет? Ты еще и ты здесь, блядь. Отлично, сука, шо с соплями не так? Сет, сё. Хуканюк идёт, блядь. Нет, не в того, в этого. Нет! Ой-ой-ой. Ещё вот так вот сделаю, и это тоже попасть. Просто Unreal. Конечно, откуда ты взялся, блядь? Конечно, краски менял, кого же еще мне ты надо? Мирана, Фатма, она здесь. Короче, я понял, пизду линку, да, это мне сейчас выходить какую-то фазеяшу и идти с вами драться. Да. Я понял. Это легче, чем я думал, 10 из 30. На 8 минуте. Чудесно. Главное еще выиграть. Я бы не кто-то курьер, пожалуйста. Ура, ладно, это до сих пор. Заебись. А Паджер хукает хорошо, я так понял. Паджер хукает как на споте. Нет, серьезно. Не, говно. Они ко мне перетянулись. Я на Тару промазал. Они у меня. Ой-ой-ой, я думал это Женя, лол. Они у меня, Артём, я тебе говорю, что не слышишь. Не чуешь. Чую. Гадкий гад. Вот эти никсы повсюду, блядь. Беги, бы. Соберу барабан тогда. Настоящий где? Вот этот? Наверху. Больно как-то. За максимум не дадит. Четыре. Ясно. Шо, на верхнюю руну, короче. Мамочки.
Как вы думаете, у них есть здесь орбит? Надеюсь, нет. Пойдем на них, кентавр. У них все есть. На вас вода идет. А тут и никак. Опять эти ару. Боже мой, да что ж ты будешь делать с такими ару? Я не могу. А тут еще и никак. Ненавижу. Почти барабаны у Кунки, надо с ним что-то делать. С Миксом тоже. Кунка мне пока страшнее. Кто у них керри? Кунка и Никс. Никс. И Мирана по мне попала стрелой, и я не ухожу. Охеренно. Охеренно. Обожаю. Ну, раз, пять раз. Я не знаю. Уже не того копаешь. И ты минус. Я не знаю, что там делать. Там, стал выходить там. И получилось не найти. Блять. О, не, это Кунка на его очко. На какой линии? На Кунку. Что? На Кунку сейчас приду. Ульта есть. Выходи, Женька. Видишь, доктор. Ой. Корабль, корабль. А. Ох, глупо, я молодец. Не в ультиме раны. Я ухожу. Ну-ка, по тебе барабаны. Это сейчас армлет будет, наверное, по-любому. Видишь, только... Где он? Ну так, пошел. Так, лол, его здесь не видно было, как ты мог поплыть. Пуч. Видишь, доктор? Пуч, Трелан. Тревелами? Да, Артем не туда повязал. Как хочется громко стукнуть по столу, но нельзя. Потому что уже поздно. А мне жопа, да? Жень, хорошо. Ой, кто там на венике? Борь, ты знаешь, моя ульта блочит эту? Кого? Магический урон. Ну, надолго она блочит. Не, ну да, у тебя ульта еще нормально. Долго длится. Там был хороший шанс повесить по всем сразу, я повесил.
Не, нормально, то я. Я весь ничего не думаю. Это тоже записано на стриме и будет просто войдет в историю на Бодикей. Ха-ха-ха. Ой, блин, как попал. Чёра. Да ёб твою мать, откуда ты взялась-то? Манна. Хорошо, разобрали. Где это шлюха? Кто упал за это, не понял? Меня. Не, не. Хотя 4 секунды. Громко бью по столу кулаками! Громко бью по столу кулаками! Давайте соберемся все вместе и попробуем. Ну, нам, сука, нужно смотреть пока. Хуй там. Началось, а тут все хорошо. Пойдемте в мид тогда. Пойдемте. Будем драться. Пудж и этот. И Кунка. Да ты замахал же. И Никс на миду. Сколько можно фидосить? Будем на них уезжать? Ульта есть. Да, да, да. А у меня нет ульты, пойду. 15 секунд. Тут тоже что-то. И они поопаснее будут. Наверное. Сейчас ульта есть. А мы поумнее. У меня 28 интеллекта, а у тебя? У меня 56. Пройти сейчас? Бля, вы все умнее меня. Про интеллект в доте. Ульта Мирана. Отойдите. Андрея стоит еще. Можно постоять. Mm-hmm. Стоять а не надо. А как они обошли, мне интересно. А. Если ульту Мирана вставали здесь, и... понятно. Да не деритесь, блядь, умрете. Я много на ульту не хватает. Хватай. Жень, скажи, из каких соображений Леон был взят? Квестик на 12,5 тысяч махурона. Ребят. Сука. Только не стрела. И только вы комбинить можете, суки. Там дозорной бы сходил, чё ты. Да, когда я уходил, там я не мог. На базу бежишь. Том быстрый такой, сука, гляну. Трава ещё не было. Да ё-моё. Каска не отпускай просто меня. Просто каска не отпускает меня, ну это будет жесть какая-то. Догон. Кого? Какой догон, о чём вы? Ну, всё. Батан, ты просто с одним крипом стоял всё это время. Чем стоял? Пейтик с одним крипом. Женя не вышел. Женя заебал. Ты 19 минут, ты 8 раз таверну отправился. Топ сам упал, люблю такие игры. Несу ману, ребят. Прям бегу, несу, ползу, все делаю. Все, ночь, надо под вышки, блядь, прятаться.
Ночь, ульта есть. У Коли топор светится, на меня страшно. Это мое дерево. Коля топор светится. О, Коля это цвет. Такси. Кентар. Давайте все будем игнорировать Колю. Окей. Никс Ассасин. До свидания, Никс Ассасин. Ребята, корабль. Не в меня, блядь. О, пронесло все. Корабля нет, Женя, можешь ульта идти. Да, этой суки, как и. Амбисатря стоит, смотрит, ну че. Опа. Хивард палит. А я стрелу поймал. Так, а я каску поймал несколько раз, да? Ага, хорошо. О, ясно. Ой, а что это такое? Куда? Кого? Куда бы Рубика. Куда бы Рубика, действительно. Но нет его. Так кого ты бьешь? Жади Миона. Где ты, шлюха? Вот тут. Ух, какой, ух, боевой пацан, да. Если кто-то еще ее бил, то вышку. Ай, бля, мне рейнджа не хватает. Рейнджа не хватает, у тебя рейндж один из самых больших, ты дебил. Мне рейнджа не хватило, отстань. Так и скажи, я на линии ракуха. Рейнджи не хватило мне. Я рейнджи. Второе имя. Ты индус? Да, наполовину. Ренджи Махабхаратов, блядь. Я машист, не 8 лет. Мана кому дать? Я ебал, мне тоже 7. Там путь идет через наш лес. Вывезу оба. Слышали? Да, что? Путь наш лес идет. Путь в ваших лесах, сейчас лукать кого-то из вас будет. А Женя сейчас опять... Что случилось в наших лесах? Путь случился в наших лесах. Он должен быть скручен, схвачен, сломлен и посажен на цепь. А вот и он. Да. О, ну садите его на пукан. А, там еще есть. Хотели ж на цепь, фу. Ой-ой-ой, карапас. Карабос, карапас. Карабос, каракас. Освободи меня, Артем, дай сам. Меня. Хоть меня ты попадешь, что ли? Понятно, все с тобой. Конченое чмо. Все, чтоб ты, сука, сдох от рака мозга. О, сдохни, за тобой вида идет, чтоб ты сдох сегодня. Ой! Ой-ой-ой, Женя, молодец. Он, блядь, что не лох. Принеси мне немножко. Ребята, у меня много людей. Где? Дома? Богдан. Видишь, это школе пытается шутить. Где много людей? Где, а? Шутить, где много людей, Богдан? Где много людей? Скажи мне, где? Наверху много людей, дебили. Высылай мне координаты вверх, Богдан. Спасибо. А мы их убьем. Артём, твои шаги — это моя любимая музыка. Твои шаги, когда ты идёшь нахуй. Опа-опа. Баба. Ребята, сейчас может быть подстава жесткая. Есть? Ждем подставы, ждем подставы. Стоим, ждем. Подстава! Ты где? Подстава не будет. Сейчас Коля нижняя часть туловища пропадет. Опа-опа. Женя, как дела? Вот это лагуна. Вот это просто MLG. Богдан, ты что стилишь, я не пойму. Я просто тычки давал. Ты стилила меня. Не оправдывайся. Ссылка на низу. Да пошел он нахуй, давайте доломаем-то два. Доломайте. Женя, может ты уйдешь, если вот эти сейчас каски убьет? Он не нафидел еще, подожди. У тебя квест, Женя. Умереть 16 раз за 30 минут. Как же я уворачиваюсь, ёпта свою мать. Секретная ару. Ох ты, ёб твою мать! Как вот мне не повезло. Тоже, за твоими руками затык. Куда мы бежим? Куда мы бежим? Смотри, смотри, я не знаю. Всё было. Тут, блядь. Кто? Какой он там? Меня Никс убивает, алё. Help, anybody. Help, I need somebody, help. Just anybody, help.
Help. I need someone! Help! Все, корабль, все вас стало. Бар-Бардан стреляет. Бар-Бардан. Бар-Бардан пытается наложить. Бар-Бардан? Бар-Бардан. Че, Бар-Бардан? Бар. Артем, сука, конченый, господи. Какой же конченый. Как ты, сука, в таверне сидишь, что ты там трендишь еще? Вот дебил, вот дебил. Даже Женя подавился от твоей тупости. Это Богдан. Вообще-то это был я. Да. Даже подавиться нормально не можешь, соврать. Не можешь даже тоже. Ни чихнуть, ни пёрнуть нормально не можешь, тебя всё сыграешь. Богдан, 3000 денег, давай что-то купи уже. Что ты хочешь, я купил, Борис? Я хочу, чтобы ты купил мне колбасы домой, закончилось. Не, я могу это устроить. Я как раз должен тебе денег. Так что, колбасы тебе говорю? О, это ж я завтра долги буду убивать. Вот, да, точно. Да. Когда? А, я завтра не иду на... О, блин, у меня нет телефона. Кого там съел? А, суицидник, да? Не, нормально суицидник. О, ребята, у меня проследов нету. Я пришел так посмотреть, как вы все делаете. А вдруг попаду, знаешь, вот. Опа! Сейчас на меня попаду. О, завтра заеду. На хосте и под инвизом. Под двумя. И похуительно мы. Он еще здесь, он еще здесь. О, как ты блинкуешься, господи. Стохни в муках, сука. Кунака, блин, даггер, что с ним делать? Что там наверху? Кого уже приняло? Смотри, он сейчас пожалеет об этом. Да? Как его крипы упали на? Могу купить манту, могу купить скади. Маму? Тебе что быстрее сейчас купить? Слот какой-то надо. Уже могу купить манту. Ёб твою мать, сразу. Ребят, тут пиздец, это провал просто. Ты зрада боишь? Зрада в натуре. Вот так. Как он зрада все? Тюхти совершает. А где Никс? Никс уже штут, да? Уже штут. Никс где-то рядом. Куда на ботлечко? Манту, а могу? Не дам. Ладно, купи манту. И манту, да, и будет у тебя уже что-то полезное. Как раз, чтобы вич-доктор Касочкин лучше попадал. Шучу. Нормально все. Он фармит там такой страшный. Блин, барабан. Это MLG точно. У кого кто фармит барабан? Не, если будет плюс один, у него убьет. Кунка уже выфармил. У него 6 армора, он с барабанами. Уж какой опасный. Сейчас мы его отбарабаним, пошли. Отбарабаньте его там. А что, давай быстрее? Да. Бум, бада, бум, бум, бум. Нормально, барабанит. Долба. Пацаны, один герой остался оглушенным должен быть. Ну что от тебя зависит, Артём, не от нас. Я просто говорил. А давайте потом саньём, Артём, его уже вон сосал. Саньём? Не надо, я делаю челлендж на 500 экспы. Ладно, это надо. Да, не этого надо. О. О, не надеюсь, будьте хабатерами, будьте нормальными. Там Никс в этом. Ой-ой-ой. Ой, инвиз, а у меня просвета все еще нет. А, и у Жени нету, и у Коли нету, и у меня нету. И поэтому мы убегаем. Одни инициаторы, блядь. Коля опять гонул, чьи, да? Не, не я. Ну так что мы, контратаку будем организовывать? В атаку. В атаку. Локтау огал. А, тут товар почти Дуная был, блядь, 3 хп. Опять ты, Артём. Ну ты ничего не смеяться, ни хера нормально не умеешь. Ребят, меня захабатили. Мне очко. Вот ты, блядь, кто-то так отомстили им. И топор ему в задницу.
О, я хоботатого нашел, пацаны. Хоботера нашел. Хоботера. Хоботатого. Хоботатого. Новая версия Терминатора какая-то, да? Вот так вот, вот так вот. Holy shit! Я улечек. Holy shit. Ну, смотрите, какой он хитрый, тупой. Хоботер. Ой, Никс, ребят, то, что дебила, который со мной в палате лежал, он тоже тебе под нос обугнил, посмотрел. Ну, какой он хитрый. Может, ты Колей был? Да нет. Тут выше, чем Коля, и жирнее два раза, там, Коля в пузе ровнее. Блять. Не, Жиром, если ты смотришь на него, ну жалко, потому что пацаном, да, ну прикинь, будет тебе лошиться жить. И он, в принципе, Жиром нормальный, типа там, то есть не агрессивный. Ну, блядь, конечно, смешно. Конечно, смешно, блядь. Когда у человека, а человеку в штаны можно загрузить, блядь, 2 тонны картошки, нахуй, и нести в мешке, блядь, это смешно. Не, ты просто не слышишь, что он, не слышал, вернее, что он рассказывал, Борис, это, блядь, я догадываюсь. Есть мана? А есть мана? Чем давай мана? Да ёлки-палки. Опа, хоботёр. Просветов у меня опять нет, пацан. А вы намёка уже не понимаете минут 10, по-моему, да? Мне слова нет, не нужен щиток. Я намёков не понимаю лет 16. Ладно, я за просветами, пацан. Вот свет. Ой-ой-ой, шо там? Фу, блядь, я уже думал, меня нашли. Все, боюсь, 6 дофтов готово. Хорошо, все сделал. Только надо было выложить одни это. Если тебя сейчас дроху бьют. Нет. Они мои. Я их купил. Как поживаешь? А че лох? Жму, сука. Там почему сон. Не извини. Деньги. Да маны я дам сейчас всем, нормально. Кунки доедалось, походу, прилетел. Ару. Опа. Да ты бил ты. Да, доедал все там. Опа-па. Вот это новости, блядь. Ну как нас всех обманули просто. Не говори. Вот ну, это все. Ты шо, шо он твои, сука. О, хоботер, так. Отъехал хоботер. Чё-то как саппортов убили, мидера нафидели, нормально пацаны играют. Да они охоботели. Охоботели просто. Мудаки, сука. Ёп, у нас бот упал, Т1, ребят, 33 минуты. Нас пушат. Это фаст пуш. Ого, 6 слотов, вот это дома. Вот это больно, вот это больно. Без хоботёра. На молоке мне нормально. Бадан нас шары сегодня катает. Весь день. Ой-ой-ой, как же я не купил. Матч сделал. Второй купил. Сука, гандон. Что ты на меня наезжаешь, я не понял. Бубни себе под нос, Коль хитрый. Ладно, я вот это продаю, блядь. Вот это покупаю. Сука, Коль хитрый. Все, хоботатор, сука. Хоботатор, блядь. Хоботатор 2000. Точно, точно. Не, хоботатор Т-800. Я шо ты, ах ты сука. Х-800. Х-800. Тогда уж Х круче звучит. Пацаны, я тебя ушел приебал. Хоботильщик, или как чего сказать? Что-то злой такой пидор, блять, опять с двумя инвизами на меня зашел. С двумя инвизами? Тамирана, кстати, да. Ну, достойте, что бежать. Оставьте Женю, он все равно сдохнет. Сука, зачем мы его спасли? Хоботянин. Хоботянин? Хоботянин. Планета Хоботии, блять, это шо за... Хоботянин. Хоботяга. Хоботяга, это серьезно.
Запускай гуся хаботяги. Семнадцатый уровень. Где он нахободился и 17 уровней, сука? Женя подпрыгнул, чтобы катки прыгали, еще барбан. Там Женя у нас как нормально. 2.11, хорошо идет Женя. По-саппортски. По-саппортски. Хорошо играешь. Вардстайл учился, да? Да. Ебать, сопли радио стал. Ничего себе. Я просто представил, как бы это в жизни вышло. Сука, сейчас ору. Надо как уклониться от ору. Ребята, помогите. Уклонисты появились у нас. Окей, Гугл, как уклониться от ору? По хаботи немного все получится. Клуб хаботистов. Уклонисты хаботисты. Дэйв Батиста. А! Лидочка, ты сейчас умрешь. Не, ну вот как, вот, скажи, он просто блинканулся сюда, я такой выхожу, он блинкнулся. Вот гля какой. Нахоботил себе килл, смотри. О, парни, меня хоботят. Ну, хоботи его, чё-то. Там Никс уже Вендетти, Никс, доберите оттуда. Никс, Вендетти, я ультану сейчас. Никс, Фекс, блядь. Опа, по всем сразу, и умер, да? А плюнуть надо хотя бы. Бой, радиус сопли. Радиус сопли. Рассчитай траекторию полета. А там тоже. И Варда, Варда полукает. Шоу кунки. Женя, да хаботильщик. Почти два Дайдалуса. Либо это Дайдалус МКБ, либо это второй Дайдалус. Ой, хаботильщик, ёб твою мать. Женя, уходи, ты это подача. Вот это дамаг. ВД, БКБ, блядь. Давно. А шо у тебя есть, Женя? Блин, Дагер, полуханима. Хороший саппорт, нахуй тебе. Хоботатор. Коля, у тебя новые статы? Да. Богдан, у Жени новые статы. Жени, ну я видел. А я нет. Я еще дядя, это он ждет. И великий была, Аллах, Женя. Елки-палки, Женя. Квест, пацан, выполняет, чувак. Я не могу, просто. Я рыгаюсь этого Леона. Хаботит по полной. Ты не на скриптах же, не? На скриптах и в охуительных счетах, блять, ну. Женя, ты под скриптами, походу. Пацаны, надо Рошана. Рошана надо давно уже, да. Пустое место там дал. Нормас? Нормас, все верно. Женя? Юмор начинается. Минутка только, юмор. Никс вот это. Жекич, прости, брат. Артём, ты сейчас умрёшь, что Никс вот это. Сейчас я её захоботаю, смотри. Нафиг так. Пацаны, а так что, мы идем на Рошу или нет? Ну мы идем на Рошу, там да. Там лесу путь. Как да, на Ульке. Почему мы на трех разных линиях идем на Рошу? Обманываем врага. О, лесной путь. Давай за ним. Я бегу. Да, хоботера, хоботера, бить. Сейчас будет, я просвет взял этот. Никс, Никс, Никс. Так будет быстрее, я полетел. Ёп, твою мать, меня зарезали. Два доедался у него, да? Так, а шо мы влево, вправо, куда хлетем? Хобота там. Мэнвиз. Алло, Женя, ты сейчас умрёшь. Опа, поджарил. Знаете, Женя, герой, только пикнул. Женя, ты сейчас умрёшь. Ребят, пока хоботёр умер, давайте на Рошана, реально. Кунг Ган. А, во, второй хоботёр. Меня убивают, всё.
кто убил? Пуч. Меня Никс. Никс. Где он делся? Ушел куда-то. Вы справитесь, ребят. Верьте в себя, вы справитесь. Окей, пойдем. Шана, окей. У вас все получится. Мы хоботатора-убийцы пойдем. Хоботатора-убийцы, да. Не, если поехали. У вас нет центрей, то у вас нихуя не получится. Хоботилы. Досты, все, но. Давайте, у хоботер 26 секунд. Прыгни, пунка, зайдет в них. Поезжай, досты, сука. Бей. Никс, он дефает, все нормально с Никса. Хоботит там себе голды немножко. Мирана сколько кушает, вообще неинтересно. Мотал Мирана. Кунка 2 доедался и... И купите кто-то алебарду, пожалуйста. Сам покупаю ебок. Сам купите. Никто дизоль не хочет собрать вообще. Тут кунку с дизоля убивать милое дело было бы. Я могу купить. Купи алебарду. Хорошо. Забери, Коля. Ну нахера он мне? Я не умираю, ключи его так же вместе. Танкуй, так сейчас будешь. Хоботить держи. О, сопля зашла хорошо. Стрела в меня зашла, еще лучше. Женя, Женя, держи его, Женя. Куда он делал? Чилал. Жирный. Животное ебаное. Как поезд пассажирный. Что там у нас, хоботер, да? Ну там Колю с Женей убивает. Захоботуйте ее. Захоботуйте. Сука, падаль тупая, хорошо. Блядь. Пойдемте мид захоботи. Шваль, блядь. Стрела летела в Колю. Сука, да как он меня ненавидит? Коля, что ты меня так ненавидишь? Чтоб ты сдох атака. Атака? Атака прямо в лицо. Ребят, не рано нашел. Блядь, заскриню. Атаку? Коля, ну атаку тебе в лице, да. Коля, атакуй его. Ах, ты атакуешь. Сука, улетел. Вот это атака. Каски, они просто заставляют меня грустить. Хочет бахнуть, хочет бахнуть. Думает, сам он умеет. О, чем бахает, как надо. Не знаю, нахер я туда пошел, но мне не повезло. В меня все ульты. Ой, лол, меня даже не убили. АВД, что, АВД? Коля, слыхали такое? Или что это было? Он отменил свою ульту, дебила кусок. О, меня сейчас пушка фонит, не хуй. Там Никс, Никс, Никс. Ну, смотря ну, стоит, стоит, какой Никс, Никс, Никс. Нет никаких Никс. I have small hit points, сука, блядь. Та Женя. Никс, 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 ребят. Ой, Артём, сука, лох тупой. Ты, блядь, мог блинкануться, стань дать? Нет, не буду я этого делать. Животное. Чмо тупое. Вот, сука, собирает Тараску, попросил, купи алебарду. Вот что это я, блядь, человек? Алебарду, ты не человек, Коля, ты понимаешь, что ты пустое место. И Женя опять умер. Прощайте. Пока бы. Приходи просто еще. Не человек, бегай там за место. Куда там бегать? У меня, блядь, 200 хп, куда я тебе прыгну? Мне и так, блядь, сейчас хилит. Куда там бегать? Да, блядь. Так, я, наверное, буду в Дискорд выходить потихоньку. А что такое, блядь? Долбоёбка? Инвиз у этого. Заебали. Это Б надо, блядь, пиздец. Жень, собери хоть ты алибарду. Женя, Женя опять умирает, Женя. Зачем алибарду? А? Алибарду зачем? Ну у него 2 дайдал. Ну и шо? Женя, мало скажи, ты дебил? Вот скажи, нет, ты ну, дебил? Ну как-то не выжимает. Женя, нет, ты дебил?
Опа. Опа. Хоботер. Коля добил. О, я давно это говорил. О, второй хоботер. Ну, пойдем да, за вот, первым. Вот, понимаешь, я не знаю, это... Пошли, 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 пошли. Они там пока этого кентавра будут убивать, охуеют. У меня достов не закончились. Систик насыпал. А шо это? А шо? Ой-ой-ой, убежать, убегать. Парни, меня убили. Артём, хоботёр. Артём, ясно, это просто... Ясно, вот да шо, Артём, ясно, на травалах пуш прилетел, и всё, и ясно. Солото, всё. Завали, парень. Ещё говорит, что-то на другие будет, понятно всё. Ты знаешь, где находится мой огород? После игры выходишь и ждешь. Ты хуйня всякая. Я уже тебя рапирка в принципе почти. Выходишь, что же? Рапирка? Так как у него. Это он не будет подходить, он просто будет спамить своими атаками, понимаешь? Ну типа если я успею, я могу его в Юлу поднять, конечно. Потом мы его задизеблим и убьем. Но все-таки не помешал бы нам какой-то, например... Вот, вот так вот рапирки выбиваются, смотрите. Мирана тренажер. Да, вообще, как бы, если вы с ним уже по пальцу садите, ему, знаешь, там... Один в парадный, один в шоколад. Это нормально. Безусловно. Да, он на пиво собирает. Может, пойдем убил его, пока вы еще. Женя, ты в парадный или в шоколадный? Не знаю, не знаю. Давай, давай сейчас подожди. Свернем, зарандомим. За ролем, да? Да. Опа, 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 пацаны. Что такое, Коля? Там вон, там хоботер. Не подсказывает, видит нас хоботер. Не, не видит. Опа, 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 ребят, хоботер. Поднял. Нахера ты бам, делаешь? Бам, бам, бам. Женя, а в парадный шоколадный, ну чё ты? Там не этот же шарпиру собирается. Аппаратный. Не, я про то, что я же действительно говорю, что типа там уж надо засунуть, а не это. Борис, Коля, вы после даты еще. А у Жени 7 секунд. Сейчас, пацаны, секунду. Ну что? Ну я спейсов может забыть. Хлоп, ты сейчас, блин, конец. Я попозже мою стюрдю. Хоботер. Хоботер натуре. User disconnected from your channel. Да, это мы вот так будем играть, да? Повезло, что он крипанул к нему. Багдай сразу. Так, я нахуй уже. На удачу или на реакции? На реакцию, конечно. Коля дубит. Ёб твою мать, Женя, почему у меня залагало сейчас все? Бейте барак просто, блять. Если есть возможность. Ой, ясно, там би-би-би-би. Хера он там бьет. Рапира, да, я так понял? Там 1500 крит был. Да, там рапира. Так, Женя. Да. Иди через парадный. Я возьму всю грязную работу на себя. Ты и так слишком много страдал в этой игре. Я всегда страдаю просто. Не, ну если тебя из парадного прихлопнут, как-то тоже не знаю. Коль, ну куда, блядь, чё, какой идёт? Всё под контролем, да. Сука, ты сейчас что-то всё, блядь. Ох ты, какие у них варды. Красивые? Сентрики. Типа волос. Пропейте печи. Пацаны, мы пойдем на Рошана еще раз. Чувствую, сейчас еще минут 5, и мы пойдем нахуй, потому что кунка насобился. Опа! Артём, на реакции. Успел только штаны насрать и на ёлус я поднять.
Пойдемте нарочно сюда, подойдите. На самом деле я хотел его поднять. Да, я иду. Тут Миранда, прыгай, блинкайся. Ну сука. Миранда. Они в ульте, потма. Женя, держи, держи палец, надо, надо дождать. Так у меня Женя, держи палец. Гона Рошан отсюда потом. Опа, хоботёк. Ёбаный свет. Хоботёк, пацаны. Когда надо, попал, смотри. Нормально. Женя, на в парадный. Да с тобой... 15 секунд, ты что, дурак, что ли? С тобой на хоботёра приходи. На Рошана идём, нет? Да идём. Хоботёра. И сейчас, нам не надо это увлечить, если он это увидит, а там Путнус уже видел. Видел, хуй с ним. Пусть смотрит. Этого хоботера не убьет. Скролл... А, мне не нужен. Ну давайте херачьте его. А ну бейте. Что, мне брать этот раз? Да. Всё, и люди упали. А что он не бьется нихера нормально, да? Потому что зайди в пещеру. Да зайди в пещеру. Ты не бьёшь. А, алло, я не бью вообще. Ты уже боишь. Боря. Боря, танк. Я тебе дал таласку поносить, Боря. Боря, тебя в школе не было, погоняло танк? Нет, не было. Пусть внизу. Кунга, кунга. Пушит меня, не понял. Это... Мы сейчас будет про камбар пушим. Типичный что? Кунга камбар играет прям. ТП на пуча будет? У меня нет ТП. У меня есть. Не лечу. Он ушел. Там он есть, Коля. А ну блин, кони сюда. Не, блин, кабы. Коля! Я же сказал, что оно обдает, когда скажи. Вот танчик, хорошо. Шоколадный. Вот. Знающий человек. Нахера ты, блядь, это, сука, делаешь, блядь? Чтобы попасть всеми станами. Всеми станами попали? Всеми. Все, станет. Ну нет или вверх ломай, я не пойму. Вверх ломай. Да вверх, походу. Угу. Да шо, ну опять меня слышала? Ну ё-моё, гля. Богдан, скорее всего, остановит. Не, у меня есть. Он так отдал. А есть твёрдый на Никса? Тем более они меня пока пробьют, потеряют. Достой, это, конечно, хорошо, но есть еще такая штука, как Тамиран. Да, она мертва. Мы убили эту хуйню. Коля. Все нормально, да. Перестань ФКшить, сука. Давай на ульте залечу на базу. Так, гони, черт, у меня еще есть. Наркоманы? Достань. Где Кункевич? Сейчас, Кункевич, дождётесь, он Жене в таверну отправится. Чтоб Жене и в таверну. Нет, пока не бывает. Боюсь, чуть не отправился. Уже у меня все нормально, в принципе. Но... Уржа тоже все неплохо, так все подумать. Женя, ну не тому ж парад на шоколадный. Мальчика. Сука, долная чмо. Да завали ебаля, Коля. Ебаля. Завали свои поганые ебаля. Я же этот скажи. Кунко не подерешься. Ты ебаля. Я подерусь, давай. Ломайте, пока. Я наполовину индус. Они хоботеры, а те ебаля. Я наполовину индус. Коля наполовину Женя. В смысле мертв? Не пошли. Вот Женя мертв. Что там Женя? Как стата?
8-16, норм. Ему на 18 квест. На 18. Ну, Боря, ты от меня не сильно отстаешь. У меня выпит есть. Да, очень плохо слышно. Он говорит, что ты не сильно отстаешь. Я не сильно отстаю, ну, как сказать, мне 34 сильно. Богдан. Боже мой. У одного ебали, а у другого странный смех. А, тут алебарду кто-то себе вез и не довез. Нормально. Женя. А ну алебардируйте его. Алебарди на Балкарии. Кулака. Кулка. Я сожму в кулка ваше. Ох, ёб твою мать. Больно. Фиксятина, все, у Никса вот это нормально. У Никса 2 ТП, Size of Vice, Dagon и Arcane Boots. Так, ну не знаю, Баттерфляй себе купит сразу кунка. Ну зато визитер будет на информацию, правильно? Нет, Баттерфляй не нормальная тема вообще, она ему в эти брони добавит вам иллюзиям. Надо БКБ. Даст ему ворота от всех остальных. Нам надо его и после байбека победить. Мы же сможем. Он байбекался только, да? Не, он, как, ну, когда он будет байбекаться. Помогите кентавру убить. Там сейф. Ебаля убить. О, палец. Никуда. Идет. Он умер все равно там. На хуке. Потому что у меня длинные руки. Я сказал, что я сожму в кулаке их лица. Просто нахоботил. Лица. Пацаны. Как же, что это? Монатина жирная, глянь на него, просто его... Что? Ладно, шипы все. А просвета нету, да? Да, пойдем. Будет он возле тебя стоять, дай, пока ты не стан кинешь. Жень, привези себе алебарду, пожалуйста. Это Коля на алебарду. Коль, привези себе алебарду, пожалуйста. Нет у меня слотов, нету. Да ты мне отдай. Я далеко, и нас сплитпушат. Ну, Богдан, Богдан. Да иди нахуй, Артём. Отдай кому досты, короче. Леон без слота пустого. Тебе Вайтстоун дебил. Мой Вайтстоун дебил, я курьера призвал, чтобы его забрать. Бля, и Леон. Да подожди. Все. Короче. Забирайте алебарду. Забирайте алебарду. Пожалуйста, заберите ее. Пожалуйста, заберите. Да, а, ты достань мне хочешь отдать? Да. Давай. Пацаны, на Рошана пойдем? Веселый. На Рошана, мы его убили. Я его на базе поковыл. Обидно. А тут люди есть. Тут нет людей. Тут только падальщики. Ты знаешь, типа, когда зашел на мой Twitch канал, тут нет людей. Да почему я шучу про свою непопулярность, ля? Сейчас я пойду тревожу. Кто должен шутить? В этом смысл непопулярности, ты все делаешь сам. Если я тревожу, то выкупа у меня не будет. Не, выкуп сейчас нужен, нам все стороны снесли уже. Но дело в том, что и мне и так не хватает на выкуп. Это отлично. Могу продать барабаны. Купите. Нет, все обратки, шел когда кулка блинканулся, мы нашли обратки, он сдох. Ладно, я просто так. Мои две иллюзии идут за Колей. Вот теперь ждите меня. Я вернусь. Нет, смотри. Меня пуш хуканул пуш меня пуш хуканул пуш меня. Сентри нет, ну что делать? Жив, у кого досты? Убой. Достов нет, сентри нет, все, это можно. Опа, да он опять там. Он еще там, он тут еще. Он будет вас троллировать. Он воняет. Он на меня воняет, он на меня воняет. Им где Никс ты? На меня воняет, им пуш на меня воняет. Я улетаю. На базу. Хорошо. Пацаны, Мирана тут. Мирана сейчас... А, спасите без бамы. А идите пушить, я сломаю. Мирану. Ну ладно. Если Коля хочет. Кунка у меня с этой. Кунка какая? Кунка, не, кунка вернулся у меня этим. На ремонте.
Кунка не ходит. На ремнете, да. Кунка на ремнете. Кунка не ходит. Ну ладно, минус. Лети к нам. Да не могу. А что тут Артём сделал? Вы понимаете, вы умрёте? Я только пришёл. Сейчас он как бахнет, сейчас как бахнет. Ох, как бахнул-то. Да бейте ж вы, блядь, барак. Ох, как бахнул. Он уехал. У него две рапиры или нет? Одна рапира. Двое критов. Я могу контролить. В прошлый раз у него было полтора. Сейчас опять один крит. Там заходит, он станы заводит. У него три рапиры. Три рапиры? Три рапиры, два крита и даггер. И все? Да, да. Это, блядь... Это каждому по одной. Женя, Женя все равно потеряет. Женя потеряет? Не-не-не, пока еще живу. Не, говорю, Женя все равно рапиру потеряет. Спасибо, что живу. Три рапиры у Кунки, серьезно? Да. У него 3000 крит. Ребят. Женя, я сказал только, что тебе спасибо, что живу. Женя, а в шоколадный? Короче, я захожу нахуй в эту базу. Чё, на смерть? Я навалю тебе на ебал. Ты чё злой такой? Ой. Чё-то, ребят, как-то не пошло. Коля поймал Кунку. Я тут всю команду идти поймал. Байбек есть. Пробить. А пацаны, а просветить? Пробить, просветить, пробить. Просветить, пробить. Ломайте барак, блин. Не радуйся, это самое, закаменело. Я бегу. Матан, перелагай иллюзию на меня, чтоб, сука, она не летала меня, блин. Бей меня, ебаный таза. Кункау. Ломайтесь. Фил, что такое? Реакция. Да, блин. Вот это да. Как он юзает свои скиллы? 754, нормальная тема, я минус. Я в хиксе, я в хиксе, я в хиксе, я без хикса. Добить барак. Я какой-то ватный. Мана. А как газовал, слушай. Мы уже думали, что ничего. Не, ну с тремя рапирами он-то может подефать, наверное. Да пусть дефает, он один барак остался дефать. И скоро. И у нас будет выполнен. Отлично, запад достану. Надо начать читать «Войну и мир». Будь здоров, Коля. Это я. Это не я. Кто? Евген. Это был я, да. Будь здоров, Женя. Это хабатёра, я скажу, понятно. Иллюзия, иллюзия. Какая разница, все равно будь здоров. Что, не хочешь быть здоровым? Спасибо за здоровье. Спасибо за здоровье. Будь жив, Жень, главное, будь жив. Жив и здоров. Это главное. Женя, спасибо, что живой. Спасибо. Дай бог тебе. Спасибо, Коля. А чё, почему здесь Коля, блядь? Всё, иди отдал. Пустите доломать пацаны, барак. Наркоманы. Эти пять этот ебаный смех, блин. Пошли. А ну вот он. Ну это просто потому, что громко нельзя смеяться. Ой. Надо уходить. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но ты фидонишь, сука. Я вышел. Я думал, это Женя умер. В этот раз. Он продал. Вот эта фраза просто, ой, блин, с этой интонацией. Рапира одной нету. Как он ее выложил? Рапира одной нету. Сука, меня выкуп. Не выкуп есть. Тогда надо поймать. Мис. Кунка! Ой! Чувачича.
Коля. Конечно, блядь. Иди нахуй, хуй, Иисус. Сейчас сколько бахнет? Я ему, сука, бахну по лицу. Я ему, сука, бахну по лицу. Сейчас он тебя бахнет. Это не бахнуло. Кунка! Кунка! Пацаны, ТП сбил! ТП сбил! Убить! Пацаны, Кунка сдыхает. Хватай рапиры! Я мою! Я одну! Отдайте, гадость, сука! Летели, тварь, я свой. Трангрилы задынаю, господи, Женя! Так меня трывали. Трывали тебя. Дебилы, нахватали. А мистик Тафт тут чей? Мой. Выложи в курьера. Надо же было мне отдать, дебилы, конечно, не видно. Моя! Да чё ты, Леон, попитый. Женя, ты такое ебло, это просто... 500 урона с руки, Богдан. Это 500 урона с руки. У Жени? У меня. У меня больше. У Жени тоже. У меня столько нет. Кому я теперь нужен? Фармил, фармил все иглы. Там все равно умрёт сейчас, Богдан. Подожди, заберешь. А пошлите вниз. Чё-то мне страшно одному. То есть, скажи, 17 смертей назад ты, типа, ну, не думал о том, что... Проснулся, курьер. Сохранение, да. Я курьера убил, пацаны, без рапир. Хорош. Отлично. Женя, ты сейчас заваншотишь пужа. Уверен. Критани только. Заластинтишь просто. Не, Жень, типа, 18-я смерть, квест выполнен, ты понимаешь? Мне наши ненужные медузы. Наши ненужные люди. Нужная, да, как заговорили, слышишь, парапири на рыло получили, сразу медуза у них ненужная. Расы. А Коля, ты тоже взял, да? Просто ломать, да. Кунка, кунка себя уже не чувствует. Так, ой, у меня пуш. Да, ой, Женя, глянь. Глянь, кто умирает. Танкуй вам. Богдан, танкуй. Как у них его рассыпают? Кто там хочет, выходите. Ты там, и все равно 1600 урона. Откуда? Там, дамаги, пока рапира. Есть, дамаги, есть. Одна есть. Да. А, он одну спрятал, походу. Что такое? Что такое, а? Вот так. Запасливый. Ах ты, сука, тупая. Балансовый тон сломал. Ну, сука, рапиры забрал. Ну, торчит. Я никогда не думал, что он такая длинная. Мне это две, Богдан, наложись. Наверх. Ой, смотри, наконец. А, не, гля, в натуре. Ебаный поехал. Я думал, вот эта маленькая пилочка, ты не сцепил. Ну ты что, Назора не видел? О, Winter Treasure 3. А чё 600, что я не выполнил, блядь? Мне два левела дали, да, все правильно. Недельный квест они не показывают, что дают просто квест. А, Winter Treasure 2, о, нормально. Так, Артём, открывай свои. Так, Winter Treasure 3, открываем. Treasure Upgrade Infuser. Соткнись. Что тебе выпало? Артём? Лунная! Что? Лунная выпала, нормально. Вторая, сука! Я её перекрыл... А, нет, стой, это же другая лунная, да? Типа там же разные лунные были. Теперь я попробую. А, нет, вторая лунная в натуре. Женя, ты себе выбил уже сет на этом ДК, да? Дарксир, да. Второй инфозабл сет. Не, ДК я выбил. У меня один, сука. У меня Никс выпал. Я брехло. Никс? Так. Так, старший. Из третьего тебе Никс выпал? Да. Коля до хера сильно выпадает. Да потому что Коля... Сука. Ты завали свой ебал, я уже иду к тебе в огород. Давай, иди. Только собаку это, какой? У меня больше нет собаки, Коля. Я чувствую. Спасибо. А что случилось? Что с ним? Заболел и все. Чем заболел? Клещ, наверное? Не знаю, вряд ли. Там с ногой что-то. Такое. Так, ладно, кто-то еще будет? Уже поздно. Так, сейчас. Так, как там сет на Лину называется? Enthalin Dragon.
И он стоит где-то бакс с чем-то, Артём. Я отбиваю сейчас за счет этих сетиков потихоньку себе, я хочу отбить. Артём, гов крокодильчика. Ой, не хочу кофе. По баксу каемом. Фу, не играешь в крокодила, не мужик. Ой, во. Enthalin Dragon, 86 центов. Отбил эту каемом. Не, ну тут типа инскрайб-то не стоит по доллару. А ну, Богдан, посмейся, как этот хуйло. Сука, я скучал по Богдану. А я нет. Как бы ты по мне не скучал, а ты, сука, нахуй. Ты где? О, всё на этого. Забор снесу в огороде. Всё, смотри, Богдан, ты баксы. Так, следующий у меня что будет? Загрузочная карта. Короче, мне плюс 3 левела надо. Да релай. А как называется Shed Volanoe? Как Shed Volanoe называется? Shadows of the Wuxia. 60 центов. Уважаю. Тарарай.